За 8 месяцев этого года в Кыргызстан и стран ЕАЭС импортировали товаров на более чем 1 миллиард 316 миллионов долларов, а экспорт едва достиг 392 миллионов. То есть почти на миллиард долларов мы купили больше, чем продали. Больше всего денег страна на импорте неизменно тратит на нефтепродукты. За 8 месяцев года, если суммировать стоимость ввезенных в страну сырой нефти, бензина, газа, то она составила более 400 миллионов долларов. А среди продаж в страны ЕАЭС уже несколько лет подряд лидирует экспорт руды и концентратов драгоценных металлов почти на 84 миллиона долларов. Традиционно в структуре экспорта неплохо себя показывает швейная продукция почти на 60 миллионов долларов, молочка на 27 миллионов, ну и овощи и фрукты. Несмотря на то, что партнеры по ЕАЭС не особо пропускают к себе продукцию наших земледелов, экспорт ее составил более 23 миллионов долларов. Особенно хорошо продали за эти 8 месяцев лук и картофель. На пару экспорт этих корнеплодов принес более 4 миллионов долларов. Больше всего картошки купил Казахстан, более 10 тысяч тонн, Россия 540 тонн, кыргызскую картошку купил даже традиционно самый крупный экспортер бульбы – Беларусь. Правда, не так много, всего одну фуру – 20 тонн.